В Магадане продолжается приемка школ к новому учебному году. Комиссия будет работать до 18 августа. Это не только сотрудники департамента образования, но и представители пожарного надзора, отдела охраны здоровья и силовые структуры. Специалисты, каждый в своей области, оценивают готовность организации к началу учебного года, состояние кабинетов, медицинских классов, пищеблоков и многое другое. Конечно, соблюдение санитарно-гигиенических требований, готовности школы к новому учебному году, наличие мебели, причем мебель должна быть такая хорошего качества, поставка учебников, потому что образовательный процесс без этого тоже невозможен. Ну и все, что касается санитарно-гигиенических требований в условиях вот сложной ситуации, по всей видимости, 1 сентября тоже будет у нас достаточно сложным периодом, мало чем будет отличаться от прошлого года, поэтому все составляющие должны находиться и быть в наличии учреждения. Комиссия проверила более 70% образовательных учреждений. Всего в областном центре 20 школ. В этом году в первые классы пойдут более 1100 детей. Коллективы готовятся принять учеников. Преподаватели разрабатывают рабочие программы.